Это в реализации программы «Доступная среда». Вот, в Клинском районе она существует с 2011 года, вот, претерпела некоторые изменения. Вот, многое у нас уже в районе сделано по программе «Доступная среда», но еще много предстоит нам сделать и поработать в этом вопросе. Примерно месяц назад группа людей с ограниченными возможностями была на приеме у главы нашего района Александра Николаевича Постригания. И они попросили перекрасить пешеходные переходы в яркий желтый цвет, что для людей с пониженным зрением является как бы ориентиром. И вот прошло не так много времени, мы увидели, что работы эти выполнены, работы выполнены качественно, оперативно. И можно сказать, что пожелания инвалидов по зрению учтены и выполнены. Новые желто-белые зебры стали более заметными не только для пешеходов, но и для водителей, что, по мнению экспертов, может снизить количество ДТП. Тем временем, клинчане довольны выполнением их просьбы. Яркий цвет на пешеходном переходе – это удобный ориентир для людей с пониженным зрением. Хорошо, что эти работы по нашей просьбе сделали оперативно и качественно, отметил инвалид по зрению Иван Черный.